В России появится новая выплата на детей от 8 до 16 лет. Ее будут получать семьи с низким доходом. Эта мера начнет действовать с начала апреля, а первые выплаты семьи получат уже в мае. В минувшие сутки в Карелии коронавирус выявили у 324 человек, в их числе 19 детей. В поликлиниках республики возобновили программу углубленной диспансеризации жителей, которые перенесли COVID-19. Вертолет санавиации Карелии доставил из Сартовалы в детскую республиканскую больницу 8-летнюю девочку. Тяжелую черепно-мозговую травму она получила, катаясь на тюбинге. В этом году уже 10 детей были госпитализированы с сильными повреждениями после катания на ватрушках. Энергетики предупредили об отключениях. С 9 по 13 марта ремонтные работы на электросетях будут проводить в 10 районах Карелии для модернизации существующих линий и повышения надежности работы сети. В карельской столице продолжается прием документов на присвоение звания «Почетный гражданин Петрозаводска». Выдвинуть кандидатуру могут трудовые коллективы и общественные объединения города до 31 марта.